День рождения на цирковой арене. В Саратове продолжаются гастроли династии Запашных с новой программой. Очередное выступление прошло в воскресенье. Главной звездой представления в этот раз стала шимпанзе Мальта. В этот день вся цирковая семья отмечала ее день рождения. С праздником виновницу торжества поздравила и наша съемочная группа. Уже полюбившиеся саратовским зрителям артисты вновь выступают на арене цирка. Новая программа «Марицы и Даны Запашных» запомнится огромным количеством животных и захватывающими акробатическими номерами. Звезда сегодняшнего вечера – шимпанзе Мальта. Фантастические трюки выполняет, как бывалые гимнасты. Будто знает, сейчас ее будут поздравлять. У Мальты день рождения. Подарки для нее приготовил директор саратовского цирка Иван Кузьмин. Мальта сделала первые шаги на манеже – именно в саратовском цирке. Поэтому сегодня Мальта праздник не только для тебя, но и для всех нас. И по этому случаю, дорогие друзья, на день рождения что дарят? Ну, конечно, торт. Какое желание загадала Мальта, задувая свечу, знает лишь она и ее дрессировщик Дан Запашный. Уже после официальных речей шимпанзе принимает поздравления от самого близкого человека. С днем рождения, моя хорошая! С днем рождения, моя куколка красивая! С тортом Мальта осторожничает. Такого еще не пробовала. А вообще она большая сластена, говорит Дан. Правда, шимпанзе много конфет и шоколада вредно. Но иногда ей бывает сложно отказать. Ну, я угощаю, когда мы там, скажем, раз в неделю там, после представлений садимся там чай пить. Конфеты или шоколад. Ну, смотри, Мальта, здесь вкуснее, здесь смотри. Все готово, тебе с всеми делами. Держи. Изюминка новой программы Запашных в общении с животными. Дрессировщики находят общий язык с обезьянами, овчарками, львами и даже со змеями. От программы в восторге и взрослые, и дети. Обезьяны еще. Собачки мотают. Собаки еще. Как там обезьяна бегала с человеком. Как она там улыбалась. Мне понравились собаки. Вот сейчас вот был номер великий, необыкновенный балет, вот понравился. Там лошади бегают, ну кони, а на них собаки забираются. А для красоты там в конце еще одна бежит, и на нее пес пуля. Гастроли юбилейной программы «Запашных» в Саратове продлятся еще 2 недели. А в связи с днем рождения Мальты запланировали дополнительное представление. Зрители ждут на него в четверг, 26 марта в 18:00. Елена Губенкова, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.